Здравствуйте. Возникла проблема с мультиваркой нашей, которая прослужила год. Delfa DMC50. Вчера сделали окорочка, сегодня утром включили в сеть, никак не реагирует. Решил проверить, что это с ней случилось. Вот взял первое, что проверил, кабель. Кабель функционирует. Вот. Есть у нас реакция. Он, да, урычит. Значит, где-то проблема внутри. Крепежный винт вот здесь. Один под крест снял. Снял вот этот держатель для ложки, чтобы где-то там не выломать его случайно. И потом обнаружил, что вот здесь еще один крепежик прямо под наклейкой, маркировкой. Вот он. Такая скотчевая штучка. Вот он держится. Снял. Вскрываю, смотрю, что внутри. Какая картина тут маслом. Значит, картина тут маслом такая. Вот у нас вход. Вот у нас вход. Значит, идет. Это у нас земля. Желтый провод. На корпус. На коробку. Красненький, беленький. Беленький идет прямо на нагреватель. С него уходит какой-то управляющий, я вижу, голубой. А красный идет на систему управления. Да. И здесь еще у нас есть схема. Вот у нас пикало такое, где, когда ставится емкость, оно замыкает. И, соответственно, все это идет на панель индикаторную. Как оно там работает, пока не знаю. Но буду смотреть дальше по мере раскрытия. Вот есть подозрение, что у меня вот здесь вот почему-то окислился очень сильно. Вот он. Винт. Настолько окисленный. Хотя протечь таким количеством жидкости вряд ли что-то могло. Но буду смотреть вот этот вот. Вот этот винтик сейчас. Можно. Ну, не буду пока подавать напряжение никуда. Просто проверю вот этот винт. Дальше следует. Все, пока ничего не делаю.